Четыре суперкара «Формулы-1» приобрел анонимный китайский коллекционер за криптовалюту. Общая сумма сделки между покупателем и британской дилерской компанией Heritage F1 Limited составила 4 миллиона фунтов стерлингов и оплачена была полностью лайткоинами. Среди проданных болидов и Sauber Ferrari C30 2011 года выпуска. На нем японский автогонщик Камуэ Кобаяси занял 5-е место во время Гран-при в Монако. Проданные спорткары в рабочем состоянии и готовы к участию в гонках.